4-2 Анны. Роман Ульяна 4, Анна Анна, Роман Ульяна 4, 2 Анны, прием. Роман Ульяна 4, Анна Анна, Ульяна Борис 3, Зинаида Борис, Йод. УБ-3, ЗБ Йод, здравствуйте, хорошо принимаю. Андрей, около Волгограда, прием. Добрый вечер, Андрей, приветствую, спасибо большое, сейчас, секунду, подождите. Вот сейчас другое дело. Андрюш, извини, пожалуйста, нет, это самое. Все нормально. Ульяна Боря 3, Зинаида Борис Йод, плюс 15, старый оскол, Виталий. Прекрасно слышу. Смотри. Понял, Виталий. Все ясно. Слышу тоже хорошо, прием. Прекрасно, получено. Вопросов нет у меня. 7-3, всего доброго, пока. И вам всего наилучшего, 73. До свидания. УА-6, Леонид, Леонид, знак, да? Понял, Иван, здравствуйте. Ну, минимальный, да, сигнал минимальный. Вот, даже из метра на вас не реагирует прием. Понял. Ну, обычно, если лампы греются, неимоверно. Это проблема по выходу, а не по входу. Иван, прием. Плохого КСВ по входу греться лампа не может. Это проблема по выходу. Вот. А вентилятор... А зачем там вообще вентилятор нужен? ГУ-13 же стеклянные. Зачем их обдувать, прием? На приеме, да? Ага, понял, Иван, понял. Ну, если перфорация плохая, то оно, конечно, и можно поддуть. Обычно для таких ламп хорошую перфорацию делают, и все там работает. Даже и при 2500
Хорошо, Иван, 73. Ну, я еще раз повторю, ищите проблему по выходу от анода до антенны, там, до разъема, вот, вот там где-то. Может быть, даже включая антенну. 73, 73, Иван. УА-6, Леонид, Леонид, знак, Роман, Ульяна, 4, 2, Анны.